Я считаю, что жизнь пока очень безопасна. Я на себя только надеюсь. На правительство наше надеяться не надо. А тем более на милицию. Сам силен, значит, все будет хорошо. Ну, считаю безопасной то, что органы у нас, по крайней мере, еще работают. Правоохранительные, я имею в виду. Дороги, конечно, убийственные у нас. Вот это, конечно, главное. То, что вот... И это, конечно, большую роль на безопасность влияет. Я, например, не хожу поздно где-то, правильно? В темное время, в каком-то безлюдном месте. Поэтому я считаю достаточно безопасной. Но, честно говоря, если где-то темно, я бы побоялась выйти в городе. Может быть, знаете почему? Потому что, когда нужно, у нас милиции нигде не найти. Вот я живу в центре, рядом со сквером, на Аэронавтов. И у нас там вот в ночное время постоянно крики, шумы вот в этой темноте, что даже спать невозможно. Ну, считаю, что да, безопасно. Почему? Ну, потому что я такой человек, спокойно, никого не трогаю, меня никто не трогает. И опасно, и не опасно. На скамейке вот пока сидим, так не опасно. А как куда-нибудь коснешься, так будет опасно.